друзья, любители видеоигр, с вами Крониус, и это Assassin's Creed 3 Liberation. Ну что же, давайте начнем. Замечу, это первый Assassin's Creed, где в роли убийцы у нас девушка. И это Авелина. Авелина де Грампе. Итак, Эвелина у нас дочка француженки и негра. Итак. Видим графику еще той. Той игры Assassin's Creed 3, когда она еще была на PlayStation. У нас первое задание. И первое задание очень впечатляющее. Это догнать курицу. Ну, конечно, заставляет порадовать нас, но разве это то, что нам надо? Догнать курицу. Ну вот я ее догнал, но как бы это не то. Уже запыхивается. Come back! Мерзкий ублюдок. Не дерзи, Конго, а то получишь. На ногах только пальцы отрублены. Как же они жестко обращались тогда с неграми. Так, нам нужно эту мамку свою догнать. Через охранников не стоит бежать, потому что будет очень плохо. Итак, она запыхивается уже, наша маленькая Эвелина. Так, давай, давай, мы должны догнать свою маму. Вот она. Но почему же ты остановилась? Беги. Беги, девочка. Быстро мама убежала. Заметил. Мама! Ну... Пардон, мадам. Мерзавка, дрянь, я тебя сгною. Ой, бедную девочку. Они все поплатятся за свою жестокость. Это были просто воспоминания. Итак, парируем. И атакуем. Справились со всеми работорговцами. И что с ним, друзья? О, господи.
что это было. Это был сон, вот оно что. Эвелина все это слышала. Эвелина, ты снова кричала. Опять тот кошмар. Уи. Просто сон. Простите, я разбудила вас. Маша, ешь. Не извиняйся. Мать тревожится. Даже мачеха. Thank you, Marlene. Спасибо, Марлен. Мама, а тебе тревожно? Ты меня забыла? Или тебя нет? Похоже, с того дня мы и не виделись с матерью. Ну что ж, то все печально. Вот Эвелина находит обличие ассасина. Костюмчик хороший, мне нравится. Шляпа, как у Хейтема. Так, ну загрузки вот такие долговатые не радуют, но... Так. Мы должны пойти к голубятне. Мы узнали о плантации, с которой пропадают рабы. Хозяева говорят о побегах, но наша сеть не нашла садов. Используя костюм рабыни, может быть, разведать дело изнутри. Гардеробная ждет тебя в условленном месте. Увидишь ее с крыши собора. Как мы тут можем заметить, здесь есть три типа одежды. Это, которые сейчас у нас... Ой, куда ты, блядь, прыгаешь, шалава? Рабыни и... Я так понимаю... Хозяйки. Ну или как это будет называться-то? Помещица. Довольно-таки интересно. Такой концепции еще не было. С костюмами. Эвелина, ты сможешь. Нет, так не. Да, Эвелин, но не разочаровывай меня, пожалуйста. Итак, мы забрались. Замечу, только что была ночь, но уже светло. Итак, друзья, Ubisoft представляет игра от Ubisoft София и Ubisoft Montreal. Assassin's Creed Liberation HD. Ну что ж, отлично. Полная синхронизация. Ночной Орлеан. Переодеться в рабыню. Так, мы нашли гардеробную и теперь должны переодеться. Нас охранник чуть-чуть заметил, но не страшно. Пойдемте переоденемся. Влечение ассасина. Эвелина сражается лучше всего и может использовать мультиубийство. Личина ассасина всегда известна, и стража быстро ее замечает. Чтобы снизить известность личины ассасина, нужно подкупить продажных чиновников, используя любую личину. Личина ассасина позволяет свободно лазить. Личина рабыни. Слаба в бою, ей доступны не все виды оружия и инструменты. Зато она смешивается с толпой, работником или стать незаметной. Работниками
или стать незаметной, перенося ящики. Чтобы снизить известность, срывайте объявление о розыске с изображением любой личины. Личина рабыни позволяет бегать. И личина госпожи, да, госпожи. Слова в бою, ей доступны не все виды оружия и инструменты. Госпожа может очаровывать и подкупать стражу. Личина госпожи становится известной менее, чем другие личины. Чтобы снизить известность госпожи, нужно убить свидетелей, используя любую личину. Личина госпожи не позволяет прыгать, лазить или бегать. Что ж, выбираем личину рабыни. И мы переоделись. Куда же теперь нам надо? Ночью на плантации ждут груз. Отличное прикрытие. Спрячься в фургоне и проследи за торговцами, так чтобы. Так, ну лазить мы можем. Это уже хорошо. А где же сундук? Вот он. Сундучок. Давайте же его разберем. Что это было? Ладно. Нужно уже кого-то убить. Ну, давайте не будем это делать. Вот так. Срывайте объявление о розыске, чтобы снизить известность. Сбежала. Это выглядит именно так, как будто она куда-то убежала и далеко, очень срочно нужно убежать. Давайте заберем еще один сундук, ведь это не лишнее. Тут нас обманули. Почему, когда я залазил на стену, у меня уже розыск появляется? Это странно, но ладно. То есть прыгать совсем нежелательно. Очень интересная игра, где не надо ни прыгать, ни бегать. Ладно, не будем все сундуки собирать, давайте побежим на задание. И спасем рабов. Или что там нужно было сделать? Свинка. Свинка, привет. Можно тебя зарезать? Нет? Ну ладно. Мы спрятались уже там? А, нет, еще давайте спрячемся. 9 секунд, 8. И мы спрятались. Так. Взять ящики, пройти мимо охраны. Давайте возьмем, это поможет или нет? Прикольно. Значит, если я буду носить ящики, меня не будут замечать. Ну, по крайней мере, долгое время. Это хорошо. Пошли на охраны, у нас тут ничего. Бед хватает, новых не надо. Я Эвелина, друг. Слышишь, Эвелин?
The ant escaped, as you say. They are taken. Besides, the ants would never survive on our own. I'll find her. Я найду ее. На полях должны были остаться следы. Так, давайте побыстрее побежим, потому что охранники нас заметят, как мы без ящика. Получается, она только сверху посмотрит, увидит какие-то следы. Ну да, чем дальше, тем лучше увидит. Интересно. Так, мы нашли следы. Осмотреть сарай. Давайте осмотрим сарай. Я не против. Так, что насчет дерева? Дерево также... Спокойно прыгаем на него, на это дерево. Так же, как Коннор. Давайте осмотрим сарай, как нас попросили. Don't be afraid, Тереза. Тереза, не бойся, я друг. Кто это сделал? Хозяин? Your master? No. Нет. Его сын. Держитесь. Я тебя спрячу. Ой, какой... Это что, сынок, что ли? Ну, красавчик. Бакенбарды отрастила, а? На голове волосы забыл. О, мы забрали кинжал. Вот это хорошо, друзья. Вот так. Подрезали. Все. Ничего себе! Вот это девчонка. Все. Это ужас. Я больше не могу. Держись, Тереза. Не надо спешить. Stay with me. Будь со мной. А мой кинжал забрали, мне интересно. Давайте заберем. Evelyn, my daughter, wandering alone at dawn. Where have you been? After the nightmare, I was. Где ты была? Вышла подышать после кошмара. Матушка, я выросла. Не беспокойтесь обо мне. Пока ты не осознаешь степени риска, если не для жизни, то для репутации, то почему ты так упряма? Как жаль. Что? Скажи про правду, Эвелин. Мне нужна ваша помощь, и быстро, срочно. What now? While walking. I was startled by cries of distress. Following them, I discovered a woman, a slave, badly wounded. Where is she? Я видел рабыню, которую избили. Где она? Я отправлю помощь. Она ждет повозки снаружи, на улице. In the street. Evelyn, Evelyn, не сердитесь. Я знала, вы поможете. Я могла бросить ее на погибель. Хуже, ты уже подписал ей приговор своим порывом. Ее будут искать. Хорошо. Выбора у меня нет. Я не отвернусь от бедняжки. Они позаботятся о полнейшей тайне. Итак, у нас, наверное, появился костюм хозяйки. Итак, друзья, я думаю, пора первую серию закончить. Это был Assassin's Creed Liberation HD. С вами был Кронюс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Делайте что хотите, что вам угодно. Лишь бы это вам доставало удовольствие. Доставляло, извиняюсь. Спасибо за просмотр. Большое спасибо. Пока-пока.